На что нужно обратить внимание при покупке квартиры, как обезопасить себя, приобретая жилплощадь в строящемся доме? На эти и другие вопросы ответили представители прокуратуры и Минстроя Республики в ходе прямого эфира. Свои вопросы жители Чувашии задавали в реальном времени в социальной сети ВКонтакте в официальной группе «Чувашская республика». Многих заботит, как правильно вести себя с недобросовестными подрядчиками и каким образом можно проверить историю владельцев вторичного жилья. Один из самых часто задаваемых вопросов – получение неустойки в случае задержки сдачи дома. Вы должны в обязательном порядке сначала направить претензию застройщику. Возможно, застройщик добровольно возместит вам те суммы, которые вы хотите получить. И кроме неустойки, вы можете через суд потребовать расходы по возмещению убытков, связанные с арендой жилого помещения, например, в котором вы проживали. Компенсация морального вреда, если вы будете предъявлять такое требование. В течение часа спикеры дали разъяснение по 10 вопросам. Наша цель – разъяснить аудитория, те, которые заинтересуются посмотреть, разъяснить аудитории основные моменты при приобретении жилья, какие законодательные моменты существуют, на что обратить внимание, на какие вещи не стоит поддаваться и, соответственно, объяснить людям уже на момент принятия решения о приобретении, чтобы они уже понимали, какие существенные условия нужно посмотреть при приобретении жилья. Мы хотим охватить большое количество населения и, соответственно, заинтересовать их данной темой. Подобные прямые эфиры будут проходить каждый месяц. Форма диалога удобна своей простотой и эффективностью. Помимо интернет-площадки, встречи будут транслироваться во всех отделах МФЦ по Чувашии. Ольга Семенова, Георгий Кривошеин, Республика.